начала времен на Земле жили 100 миллиардов человек. Все они любили. Сейчас на Земле живут 6 миллиардов 700 миллионов человек. Все они любят. Или хотят любить. Люди живут ради любви, они поют ради любви, они танцуют, пишут о любви, они убивают ради любви и умирают ради любви. Любовь движет нами и определяет нашу судьбу. Любовь стихийна, нелогична, нематериальна. Возможно, то, что испытывают друг другу мужчина и женщина, никогда не выйдет из разряда тайн, таких как рождение, смерть и Бог. Мы ищем любовь, и, возможно, мы не всегда можем ее достичь. Для нас она символизирует состояние счастья, осуществление чего-то, в чем мы хотим быть и что находим. Но чаще любовь очень сложна. Ложь, преданность, ревность, восторг, предательство. Никто не знает, какой будет твоя история и чем она закончится. Однако каждому известно, как она началась. «Все, кто влюбляются, — утверждал испанский философ Хосе Ортега и Гассет, — влюбляются одинаково. Умный и глупый, молодой и старый, буржуа и художник. Любовь приходит одинаково ко всем». Она охватывает нас. Все вокруг исчезает. Время, деньги, репутация, времяпрепровождение, обязательства. Исчезает все, что занимает людей в нормальном состоянии. Потому что мы очарованы этим лицом, взглядом, телом, силуэтом, голосом, самим присутствием любимого человека. Аккуратная стопка писем, запах утреннего кофе, спутанные ветром волосы. Спросите людей, что такое любовь, и вы не услышите ни одного похожего ответа. Любовь – это разновидность компульсивно-аддиктивного расстройства, то есть такого расстройства психики, которое вас властно притягивает к вашему предмету. Это состояние ума, которое вы не в состоянии понять, если только вы сами не влюблены или пока вы не влюбитесь. 1905 год. Цюрих. Психиатрическая клиника. Лечащий врач Карл Густав Юнг. Пациентка – молодая женщина. Сошла с ума. Его звали Ник. Сын богатого промышленника. В него были влюблены все девушки в округе. Но я была очень привлекательной и считала, что у меня есть шанс. Он же, казалось, мной не интересовался, и я вышла за другого. Пять лет спустя я встретила Ника. Он сразу узнал меня и вдруг сказал: «Когда ты вышла замуж, кое-кто был в шоке. Это твой Ник». Почувствовала испарину и кровь, пульсирующую в висках. Моя дочь, ей 4 года,
И сын, ему 2, испугались. На их крик прибежал муж. Мне было все равно. Это была любовь. Спустя день я предприняла еще одну попытку умереть. Потом еще одну. Пройдет много лет. Карл Густав Юнг станет всемирно известным психиатром и философом. Введет понятие коллективного бессознательного и множество других научных терминов. И только про любовь скажет далекими от науки словами. Это не сумасшествие. И уместно ли вообще здесь слово «ум»? Это и свет, и тьма, конца которой нет и не будет. И никому не избежать этой таинственной силы. Иными словами, мы все обречены любить, не зная, с чем имеем дело. На мой взгляд, существуют 3 основных формы любви. Первая форма — это сексуальное влечение. Вторая — романтическая любовь, которая усиливает энергию и отношения, и ты окунаешься в нее, когда в первый раз влюбляешься. И третья — привязанность. Это чувство спокойствия и защиты, которое вы ощущаете с постоянным партнером. Но из этих 3 форм, той, о которой говорит и пишет весь мир, и испытывает так сильно, является романтическая любовь. «Любовь не от мира сего», — говорил древнегреческий философ Платон. «Она не здешний цветок. Любить — значит прикасаться к тайне. Но прикасаться к тайне еще не значит постичь ее». Я думаю, что мы близки к разгадке этой тайны. Мы все созданы для того, чтобы постигать тайны. И результаты нашего исследования еще больше укрепили меня в этом мнении. Несколько лет назад в университетских городках Нью-Йорка появились необычные объявления. Людям, которые считают, что они влюблены, предлагалось прийти в исследовательский центр, где ученые с помощью специального сканера заглянут к ним в мозг и выяснят, что там происходит? Фундаментальная наука надеялась зафиксировать и объяснить необъяснимое. Мы не знаем, что такое любовь, но всегда узнаем ее, когда она к нам приходит. В том числе благодаря особым физиологическим реакциям, за которые отвечает наш мозг. Мы должны понять, как и почему существует любовь, и как изменяется мозг человека, когда тот влюблен. До того, как оказаться в сканере, всем желающим принять участие в эксперименте предлагают заполнить специальные анкеты. Ученые должны убедиться, действительно ли вы влюблены. Вы часто касаетесь друг друга? Вы пользуетесь общими вещами? Вы смотрите друг другу в глаза? Люди, которые ответили «да» на все вопросы, влюблены. После успешного заполнения анкеты испытуемый помещается в сканер. Ему показывают фотографию любимого человека или предлагают просто подумать о нем. На экране монитора отчетливо видны процессы, происходящие при этом в мозгу. И в мозгу происходили многие вещи. Одной из самых важных вещей, происходивших в мозгу, является активность крохотной системы в основе мозга в вентральной тегментальной области. Нейробиологи называют ее подкорковой зоной головного мозга. Она развивалась в процессе эволюции, чтобы мы могли находить пищу и воду и понимать, что пища и вода — это то, в чем мы нуждаемся. В нашем исследовании мы обнаружили, что эта подкорковая зона головного мозга активна и при влюбленности. Это было очень важным открытием. Эта самая древняя зона головного мозга отвечает за наши базовые потребности. Потребность в еде, воде, кислороде, сне и защите от экстремальных температур. Если мы проигнорируем хотя бы одну из них, то погибнем. Каким образом любовь может быть связана с потребностью в пище и воде?
Если призадуматься, то любовь точно так же жизненно важна для людей. Иногда ради одного этого слова «любовь» можно заплатить цену, равную жизни. Наследник китайской императорской фамилии Айсин Джулю 12 лет провел в эмиграции, где он оказался после студенческих волнений 1989 года. Там, в Европе, Айсин Джулю встретил свою любовь. Это была счастливая пара. В 1995-м, когда политическая ситуация в Китае изменилась, Айсин Джулю призвали на родину. Его положение наследника императорской фамилии требовало соблюдения традиций – быть со своим народом. Она провожала его в аэропорту. Мы с моей возлюбленной молча смотрели друг на друга, но между нами возник внутренний сокровенный разговор. Я на английском и немецком языке, не размыкая рта, все время кричал: «Сможем ли мы встретиться вновь?» В тот момент у меня просто не хватило смелости обернуться и взглянуть на нее еще раз. Если бы я обернулся посмотреть на нее, я бы тут же разорвал свой паспорт и авиабилет. Я быстро вошел в аэропорт и полетел обратно на родину. Он не позвал ее с собой, а она не последовала за ним. Он считал, что слова «я тебя люблю» слишком важны для того, чтобы быть произнесенными. «Я тебя люблю». Я так и не сказал ей этого тогда. Не так легко произнести эти три слова. Каждый раз глубокой ночью, когда все стихает, ее образ и улыбка моментально всплывают у меня перед глазами. Только этими мыслями я живу. Один. На протяжении 12 лет. Я неизменно верен и предан любимой. Сила любви очень таинственна и велика. Я не думаю, что можно измерить этот вид силы. Но я думаю, что это та сила, которая витает в космосе. Сила, которая создает звезды, заставляет извергаться вулканы, переполняет любящие сердца. Я антрополог, я изучала эмоции и просто знала, что это сильное чувство, которое имеет биологический характер. И все, что мы одеваем словами, любовь, романтика и желание, это по существу наши гены, говорящие: «Ты должен сделать нас больше, мы хотим жить вечно». С точки зрения биологии, любовь – уникальная уловка эволюции. Мы должны размножаться, чтобы не исчезнуть с лица Земли. И природа идеально продумала этот механизм. Наблюдая активность головного мозга человека, который сильно влюблен, вы увидите, что активны те зоны коры мозга, которые обычно связаны с функцией получения удовольствия. Это те же самые области, которые активизируются под воздействием кокаина. Почему мы хотим любви? Потому что она приятна, утверждают ученые, благодаря действию определенного ряда гормонов. Состояние эйфории вызывает допамин. Его уровень резко повышается, когда человек влюблен. В том числе в зоне мозга, отвечающей за поощрение и награду. Как если бы мы получили ценный приз. А реакции тела непосредственно связаны с другим гормоном – норадреналином. And
И зеркало выскальзывает из влажных рук из-за выработки норадреналина. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы подпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Книга «Песни песней Соломона», глава 5, 8 век до Рождества Христова. Открылся смысл всего. Звезды стали ближе, трава ярче. Что-то подхватило тебя и унесло далеко-далеко. «Цветы на грани миров», японский поэт Сакюген Ю, 20 век. Ты чувствуешь, что летишь. Чувствуешь, что живешь. Сразу же чувствуете разницу в тот самый день, как влюбляетесь. В день, когда вы влюбляетесь, вся ваша природа меняется. Наука принимает во внимание тот факт, что помимо физиологических реакций существуют и другие признаки, по которым можно узнать любовь. Доказано, если человек влюблен, он не может влюбиться в другого. «Любимая, ты моя часть света» поется в ирландской песне о том, что происходит с человеком, когда он влюблен. Нам становится неважно, что творится вокруг, и совсем не обязательно общаться с другими людьми. Мы готовы разорвать родственные отношения, разрушить дружеские связи, если только они препятствуют нам быть рядом с любимой, поменять гражданство, социальный статус, взгляды на жизнь. И все это из-за нее. Подобное мировосприятие называется ограниченностью. Иными словами, влюбленный человек глупеет. Взгляд становится мерцающим и мягким, рот слегка приоткрыт в неопределенной улыбке, постоянно играющей на губах. Но для чего природа все это делает с нами? Природа дала нам возможность сосредоточиться на одном партнере и почувствовать состояние эйфории. Это наиболее энергосберегающий способ сохранения рода. Сексуальному желанию неведома моногамия. Романтическая любовь настаивает: тебе нужен только один. Бегать за кем-то, ухаживать, находить их, заниматься с ними сексом – очень утомительно. Если бы мы проделывали это со всеми, мы бы умерли от переутомления. Закон продолжения рода считается самым могущественным из всех законов живой природы. Ученые считают, что любовь неотделима от того, чему она служит. Это
определенно то, что заставляет нас идти вперед, производить детей и обеспечивать человечество новой кровью. Благодарю вас в глубине сердца за отчаяние, которому вы причина. Читаем мы в одном из писем, датированных 1655 годом. Португальская монахиня Мариана Алькафарада сообщает адресату, имя которого неизвестно. «Я люблю вас так, как только и стоит любить. Безнадежно». Какая связь между размножением и любовью монашки? Чем можно объяснить тот факт, что довольно часто любовь приходит к людям, которым уже не нужно заводить детей? Не значит ли это, что над законом продолжения рода стоит некий более могущественный закон? Любовь всегда будет тайной. Мы исследуем, что происходит, когда ты в кого-то влюбляешься, и мы начали новый проект, чтобы попытаться выяснить, почему вы влюбляетесь в одного конкретного человека, а не в другого. Почему именно он, а не кто-то другой? Какого рода качества дают ей преимущество перед всеми остальными? Какими особыми свойствами должен обладать человек, чтобы его кто-то полюбил? Оказывается, ему достаточно быть просто человеком. Красивым или некрасивым, хорошим или плохим, не имеет значения. Даже преступник может быть кем-то любим. Людей тянет влюбиться в кого-то, кто даст им то, что им нужно, и обменять это на то, что нужно другому человеку. Мы влюбляемся в человека, с которым в жизни можем играть роль, какую хотим. И я также думаю, что присутствует химический компонент, потому что вы можете войти в комнату, где все будут того же окружения, что и вы, того же обычного уровня образованности, но вы же не влюбитесь во всех. У меня есть маленькая история, которую я очень люблю. Однажды, кажется, в Германии я встретил женщину, рыжую такую. Она, конечно, не была дурнушка, но не думаю, что она была. Не знаю. Но у нее были духи, и я прямо влюбился в эту женщину. И я не знаю, любил ли я духи, а потом уже женщину, или женщину, а потом уже духи. Я никогда не знал, любил ли я запах благодаря женщине, или женщину благодаря запаху. Вы понимаете? Великий царь Соломон, наделенный Богом невиданной мудростью, знающий ответы на любые вопросы, признался своему народу, что четырех вещей понять он так и не смог. Пути змея на скале, пути корабля в море, пути орла на небе и пути мужчины к женщине. Исследователи феномена любви обратили внимание на то, что люди часто влюбляются при схожих обстоятельствах. Важное открытие, которое, возможно, позволит запускать в нашем мозгу этот таинственный механизм. Некоторые из влюбленных вспомнили, что возникновению чувства предшествовала опасная ситуация. Ученые провели эксперимент. В первом случае испытуемые переходили реку через аварийный мост, который в любое время мог обрушиться. Во втором случае это было довольно устойчивое сооружение. Так вот, в первом случае на аварийном мосту вероятность возникновения романтических отношений была более велика, чем во втором случае. Итак, вы можете увеличить возможность влюбиться путем повышения уровня допамина. Один из способов сделать это — увеличить уровень опасности или внести какую-то новизну. Я
поскольку ощущения, возникающие у человека в период влюбленности, непосредственно связаны с химическими процессами, происходящими в мозгу, ученые задались вопросом, можно ли вызвать любовь с помощью простой инъекции гормонов. Последовал ряд экспериментов. И мы никогда не находили правильную комбинацию ингредиентов, которая заставила бы нас влюбиться в кого-то. И причина в том, что мы можем создать чувство возбуждения в теле, но быть увлеченным одним человеком больше, чем другим, это требует чего-то большего, чем просто химия. Секс может быть независим от любви, потому что люди могут заниматься сексом и получать удовольствие, даже если они не влюблены. Но вот тут возникает парадокс и возникает ловушка. И это то, что мы сначала как бы подозревали, а потом убедились даже на прямых измерениях. Эксперимент проходил в лаборатории профессора Короткова. Испытуемые, молодые мужчины и женщины, находились в закрытом помещении. На них были датчики. И мы просто на экране монитора наблюдали физиологическую реакцию. Вывод, который сделали ученые, прежде всего касается мужчин. Если это технический секс, энергетика резко падает, вплоть до стрессового состояния. То есть секс ради секса, он изнуряет и истощает. Мы действительно несколько раз повторили подобный эксперимент, хотя он достаточно сложный и аккуратный. И каждый раз кривая энергетических всплесков на мониторе показывала, что в случае отсутствия любви во время физической близости вся энергия от мужчины переходит к женщине. Мужчина остается пустым. Когда же это часть любовных отношений, тогда это дает подъем колоссальной энергетики. Он происходит и у мужчины, и у женщины. И вот это то мощнейшее состояние, которое потом дает вот это состояние полнейшей удовлетворенности, окрыленности и, так сказать, чувство того, что было что-то особенное. Современная наука, исследующая состояние романтической влюбленности и весь спектр гормонов, связанных с ней, доказывает, любовь – это то, что влияет на всю нашу жизнь. Мы знаем, что влюбленные люди живут дольше. Доктор биологии Андреас Бартельс исследует окситоцин. Гормон, который связывает двух людей. Его так и называют – гормон привязанности. Испытания проводились на степных полевках. Это маленькие мыши, которые отличаются от остальных своих сородичей тем, что образуют пары, предпочитают жить в одной норе, а после рождения детенышей становятся нежными и заботливыми родителями. Как и предполагалось, в их крови был обнаружен окситоцин. Все животные, склонные к моногамии, имеют в химии своего мозга этот гормон. Итак, на этих животных мы показали, что если вы введете им окситоцин, то создадите новую моногамию между двумя отдельными особями. В случае, когда окситоциновые рецепторы или выброс окситоцина в кровь блокировались, привязанность моментально исчезала. Вопрос. Будет ли любовь возможна без окситоцина? Нет, она не будет возможна. Но у каждого из нас есть окситоциновые рецепторы. Значит, мы любили и будем любить. В том числе и те люди, которые не верят в любовь. Или думают, что они не способны на нее. И
поскольку в нас заложен этот механизм, никому не удается избежать любви. Люди, которые никогда не влюблялись, очень часто начинают испытывать чувство сильной влюбленности уже в зрелом возрасте. И я полагаю, что у человека всегда есть возможность влюбиться. Каждый раз, когда мы влюбляемся, нам кажется это навсегда. Но рано или поздно эйфория уходит, а с ней, как правило, и желание быть вместе. Хотя женщина остается все той же. Это вы изменились. В истории любви не так много вариантов финала. Либо это комедия, либо трагедия. В комедии они встречаются, влюбляются, женятся, живут под одной крышей, рожают детей, устают, скучают, изменяют друг другу, разводятся и начинают новую жизнь, каждый на своей стороне. Но, в общем-то, это тоже трагедия. Почему человек не может на протяжении всей своей жизни находиться в состоянии влюбленности? Для чего мы устроены так, чтобы романтическая любовь в нас рождалась, жила и умирала? Существует три исследования, которые изучают чувство сильной романтической любви. И все они указывают, что вы, как правило, находитесь в подобном состоянии примерно от 18 месяцев до 3 лет. Биологи объясняют это тем, что 3 лет вполне достаточно, чтобы ваш ребенок родился и окреп. Если вы задержались рядом с партнером на более длительный период, это уже не биология. Если ваше сердце при виде любимого не ускоряет ход, и вы крепко спите по ночам, это уже не романтическая любовь. Мы должны преодолеть эту сильную влюбленность, или мы просто ничего не сможем делать. В состоянии сильной влюбленности, когда все внимание сосредоточено на одном человеке, даже работать трудно. Это навязчивое состояние со временем уменьшается, но другие признаки сильной влюбленности могут длиться годами. В ходе экспериментов ученые обнаружили уникальную пару. После 15 лет совместной жизни эти двое все еще были влюблены, что не мешало чувству более глубокой, безусловной любви. И это просто серьезная забота. Как развивать и как сохранять свои чувства, свою способность к любви, чтобы человек не прогорел, потому что прогореть можно. Потерять надежду и потерять эту способность. Открытие к другому человеку, открытие к миру. А это любовь. У этого состояния есть и другая, обратная сторона. В любви мы становимся уязвимы. Нас легко обидеть. Еще проще обмануть. Любовь обезоруживает, лишает амбиций, воли. Ты теперь не принадлежишь себе. И есть только надежда на то, что другой тебя примет. А иначе тебе некуда идти. Твой дом пуст, разрушен, брошен в попыхах. И тебя почти нет. Многие люди, познав любовь, после этого долго плакали, не понимая, в чем вопрос. Но это может быть не любовь. Это может быть эгоизм, потому что мне хочется этого человека, я вожделею его. Это то, что мы называем страстью. Прекрасно испытать подобное чувство один раз в жизни, но это очень разрушительно. Когда страсть внезапно обрушивается на вашу повседневную жизнь, она не держит удар, не сопротивляется. Thank you.
Между ревностью и любовью принято ставить знак равенства. Однако ученые выяснили, что за эти состояния отвечают разные участки мозга. Томографические исследования показывают, что у многих людей, охваченных ревностью, при этом полностью отсутствуют признаки любви. Да-да, это вопрос территории. С этологических позиций по логике доминирующего самца он владеет территорией. У него есть самка, и он хочет царствовать на этой территории. Поэтому ревность – это реакция раздражения доминирующего самца, обнаружившего, что его господство подвергается опасности со стороны другого самца, который хочет занять его место. В настоящих отношениях, если вы действительно любите человека и знаете, что он будет счастлив с кем-то другим, вы отрекаетесь от себя. Вы говорите: «Я уйду, потому что забочусь о твоем счастье больше, чем о своем собственном». Древнерусское предание рассказывает, как в 13 веке во славном граде Муроме полюбил князь простолюдинку. И разгневались бояре и заявили князю: или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет господ знатных, или оставь Муром. Князь взял жену свою, сел с ней в лодку и уплыл вниз по реке, радуясь тому, что они вместе. И звали супругов Петр и Феврония. И стали они для людей русских примером бескорыстной любви, простой и бесконечной, потому что большего счастья на свете нет. Как говорят китайцы, если ты счастлив, значит и я счастлив. То есть настоящее чувство – это когда ты готов принести свою любовь в дар. Делай все, что хочешь, если это сделает тебя счастливым. Способность любить сама по себе нейтральна. Что человек делает со своей любовью, куда он направляет ее – это его выбор. Может опустить ниже грязи, может поднять выше звезд, может сделать святой или обратной святости. Это может быть потрясающе красиво или уродливо. То, что человек делает с любовью – это его личный выбор. В Афинах, в Национальной библиотеке, хранятся старинные тексты, которые содержат размышления о любви. Библиографы предполагают, что они принадлежали Платону, древнегреческому философу. «Я изучаю явления, которые сокрыты от человека. С тех самых времен, когда мужчину и женщину разделили. Вы, конечно, знаете, что сначала они были одним. В процессе исследования я докопался до таких глубин, что рискую быть казненным. Поэтому пишу лишь то, что известно каждому. Существует четыре вида любви. Страсть. Это эрос. Он непредсказуем и неуправляем. Филия. Дружба. Это не нужно объяснять, если у вас есть друг. Сторке. Символизирует семейную любовь. Вы знали ее, когда были ребенком, вы узнаете ее, когда станете родителем. Есть еще агапе. Это совершенная любовь. И вот однажды ко мне пришла пара. Обычно вся эта церемония является более или менее формальной. Я подписываю прошение о брак, желаю счастья. А вот здесь, взглянув на молодых людей, я понял, что что-то не то. Интуиция подсказала. Я их спросил, любят ли они друг друга. Они ответили: да, конечно, очень любим. И тогда я им задал вопрос, который я больше никогда никому не задавал. Очень страшный вопрос. Обращаясь к молодому человеку, я ему сказал следующее. Представь себе вот такую картину. Вы вступили в брак, поехали в свое свадебное путешествие и разбились на машине. И она стала вот не этой красивой девушкой, которую ты перед собой видишь. Она стала инвалидом.
Вот ты бы мог по отношению к тому инвалиду мне сказать то, что ты сейчас сказал? Мне не нужен был его ответ, я знал, что он скажет. Мне нужна была его реакция. И по реакции я понял. Я понял, что он не способен будет полюбить вот эту девушку, если она перестанет быть красивой, если она станет инвалидом. И когда взглянул на лицо его избранницы, то увидел в ее глазах то же самое смятение и сказал им: «Пожалуйста, я вас благословлю на брак, но через год. Вы ко мне придите, и если вы сохраните те теплые друг к другу отношения, которые сейчас имеете, я вас сам повенчаю». Они ко мне никогда больше не пришли. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Апостол Павел, первое послание Коринфянам. Вот способность матери любить своего ребенка, если он даже инвалид, если он некрасивый, если он неудачник, если он даже ее огорчает, и отдавать этому ребенку всю себя, является самым сильным свидетельством любви. И это приводит меня к другому интересному открытию, которое мы обнаружили в обоих исследованиях и которое было одинаковым в материнской любви и романтической любви. Определенные отделы мозга у любящих были выведены из строя активности. Любовь подавляет зону мозга, отвечающую за негативные эмоции. А это значит, что если в ваших отношениях присутствует раздражение, недовольство или гнев, вы не любите. Вторым отделом мозга, где ученые зафиксировали понижение активности, оказался центр, отвечающий за критику. Это открытие может быть объяснением со стороны нервной системы, почему любовь слепа. Мы только когда с любви смотрим на людей, мы их видим хорошо. А если смотрим на них без любви, мы уже чего-то в них не понимаем. И это немножко сказано наоборот, но мне кажется, что в том что-то есть. Если мы смотрим на мир без любви, мы его тоже не видим и не понимаем. А если наш взгляд пропоунен любви, тогда мы лучше видим смысл мира, смысл жизни и смысл людей, которые живут вокруг нас. В 70-х годах прошлого века несколько молодых профессоров Гарвардского университета проводят уникальное исследование. К участию в эксперименте приглашается произвольно сформированная группа студентов. У каждого участника проверяется состояние здоровья. Данные фиксируются и заносятся в архив. Затем каждый молодой человек приглашается на неформальную беседу, в ходе которой преподавателю предстоит выяснить, как испытуемый оценивает отношение к нему родителей. Любим ли он ими? При этом ученых не интересует объективная картина. Значение имеют только личные ощущения участников эксперимента, личная удовлетворенность родительской любовью или переживания, связанные с тем, что, по их мнению, родители их недостаточно любят. Ответы участников также заносятся в архив. На этом первый этап исследования завершается. Второй этап эксперимента планируется провести через 35 лет. Тридцать пять лет спустя я и мои коллеги провели аналогичное исследование.
с целью понять, насколько теперешнее состояние здоровья испытуемых предопределялось теми оценками, которые они давали любви их родителей, когда учились в колледже. Так вот, среди тех, кто 35 лет назад дал высокую оценку любви и матери, и отца, лишь 25% когда-либо серьезно заболевали. Среди тех, кто низко оценил любовь обоих родителей, через 35 лет эта цифра составила 87%. Если любовь матери оценивалась высоко, а любовь отца низко, или наоборот, случаи заболеваний спустя 35 лет составили 50%. Такое ощущение, что само восприятие любви стало мощным фактором будущего состояния здоровья. И когда мать молится Богу о своем ребенке, вкладывая в эту молитву силу своей любви, то такая молитва достигает Божьего престола. И Господь слышит эту молитву и по молитве дает. Вот почему горячая любовь матери к ребенку всегда имеет своим следствием достаточно счастливую жизнь этого ребенка. Наиболее успешными вырастают те дети, которых очень сильно любила мать. Мы на Цинхай Тибетском Нагорье считаем, что и за каждым мужчиной, добившимся успеха, стоит любящая его женщина. Вы когда-нибудь бросали того, кто вас действительно любил? Вам когда-нибудь отказывал человек, которого вы по-настоящему любили? В Японии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки была проведена серия опросов. 95% и мужчин, и женщин разных национальностей ответили «да», бросали. Это очень мощный человеческий опыт, и почти все страдают от отказа в любви. Ваша первая реакция на то, что вас бросили? 75% ответов – бороться за любовь, вернуть любой ценой. Мы точно так же ведем себя, когда испытываем сильную жажду или сильный голод. Когда жажда настолько сильна, что глоток воды означает жизнь или смерть. И любимого человека, словно единственный источник воды, страшно потерять, потому что без него мы умрем. Что вы почувствовали, когда получили отказ в любви? 100% ответов почувствовали невыносимую боль. Никто не выходит живым из любви. Нам всем становится больно так или иначе. И ты можешь лежать в постели и корчиться, как будто на самом деле испытываешь некую физическую боль. Болит сердце, болит живот, болит душа. Все болит. 15 человек, получивших отказ в любви, согласились пройти через мозговой сканер. И я не удивлена, что люди так сильно страдают. Мы обнаружили активность в отделе мозга, которая ассоциируется с физической болью. Это область, которая показывает физическую боль в мышцах и коже. Это все, что мы знаем. Третий век нашей эры. Рим. На престоле один из самых жестоких императоров, Клавдий II. Он понимает, что одинокие и бездетные мужчины более выносливые воины, чем женатые.
и запрещает юношам до 20 лет жениться. Осознавая всю несправедливость такого запрета, простой доктор, не вылезающий с полей сражений, идет наперекор императору и тайно проводит свадебные церемонии. И народ уже складывает о нем легенды. И когда весь этот фольклор достигает императорских ушей, он мгновенно приказывает схватить доктора и привести на допрос. Любовь – это боль. Разве ты не знаешь? Знаю. Но я знаю также солдат, которые без рук, без ног, с волочащимися за ними кишками и зубами рвали врага, потому что их ждали дома любимые женщины. Я прошел вместе с ними через 17 больших сражений, и я знаю, чьи имена они выхаркивают вместе с кровью, когда я отрезаю им загангрененные руки и ноги. Я знаю, кого они зовут, когда лежат вывернутые наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин. И только потому и выживают, что те в их задымленном болевым шоком сознании приходят к ним и поют им песни о любви и кладут им руки на головы. И те выживают. Не потому, что я хороший врач, а потому, что им есть за что держаться в этом аду. Да, их профессия – ненависть. Но это снаружи. А изнутри – вы. Знаете, что держит их изнутри? Февраля 286 года римского врача жестоко казнили перед многотысячной толпой. Его звали Валентин. Он был причислен к лику святых. Я бы предпочла потерять любовь, чем не любить вовсе. Как человек, который изучает любовь, я совершенно уверена, что тот человек, который в жизни сказал много слов любви, будет обладать большей энергией, большей живостью, лучшим здоровьем. Мы были созданы для любви. Почему влюбленные мужчина и женщина, находящиеся в разных частях света, одновременно думают друг о друге? Почему им снится один и тот же сон? Почему другой заболевает тогда же, когда заболевает первый? Почему они, не сговариваясь, звонят друг другу по телефону? Почему синхронно произносят одни и те же слова? Почему чувствуют одно и то же? Просто совпадение? Если говорить об энергии, а не о материи, то это коммуникация энергии, сложный процесс гармоничного взаимодействия электромагнитных полей на разных частотах. Феномен электромагнитного излучения человеческого тела уже несколько лет изучается в Санкт-Петербургской лаборатории профессора Короткова. В ходе многочисленных исследований выяснилось, что у людей, находящихся в состоянии влюбленности, характер свечения выглядит особым образом.
Было зафиксировано, что даже просто мысль о возлюбленном вызывала у любого из испытуемых более интенсивное излучение электромагнитного поля. На одном из этапов исследования было решено провести парные эксперименты. Я, в общем, физик, достаточно так скептически к всему отношусь, несмотря на то, что занимаюсь нестандартными вещами. Поэтому, когда мы начали эти эксперименты, я с точки зрения физики понимал, что есть взаимоотношения зарядов, и картинка должна быть определенным образом. Во всех случаях с влюбленными на экране монитора возникали два почти одинаковых ярких синих пятна. Мы проверяли достаточно много людей, и, в общем, у всех было все стандартно. Потом пришла одна юная пара, и, ну, я говорю, поставьте свои пальчики на электрод, давайте посмотрим. И вдруг я смотрю на экран и вижу, что у них это поле вдруг сливается. Причем, понимаете, когда смотришь это в динамике, это вообще интересно. То есть ты видишь, что вот оно стояло на стороне, вдруг раз, оно тянется друг к другу и пересекается. Согласно физическим законам, разноименные заряды, притягиваясь, могут сближаться почти до соприкосновения. Но создавать общее поле никогда. Это шокирующее явление. Потому что ты понимаешь, что с точки зрения физики это то, что не должно быть. То есть я выключил все, проверил аппаратуру, просил их выйти, потом еще раз прийти, снова включили, и опять это повторилось. Вот точно так же и люди. Знаете, каждый из них по отдельности – сложная структура. А вот любовь – это когда вот эти две сложные структуры совмещаются друг с другом и полностью друг в друга входят. Энергетическая структура, возникающая в момент зарождения любви и обнаруженная учеными, в древних культурах называлась ангелом. Ангел – это такая структура духовная, которая, в принципе, очень просто устроена. И поэтому Всевышний продуцирует их миллионами. И каждому определяет свою миссию. С древнегреческого языка слово «ангел» переводится как «посланник», «посредник», «почтальон». Как ни одна любовь не похожа на другую, даже если они в разное время случаются в жизни одного человека, так и ни один ангел не похож ни на кого из своих собратьев. Задача ангела – ходатайствовать перед Всевышним за своих подопечных, незримо соединять их в разлуке, поднимать над обстоятельствами, оберегать их чувства. Функции ангела строго регламентированы. Каждый отвечает за одну единственную любовь. И он не может перенести свою заботу на других, мужчину и женщину, даже если его подопечные расстались. О том, что происходит с ангелом, когда любовь заканчивается, в древних книгах не говорится ничего. Before the pain in my chest, you are so far from me now. You've gone to dwell in heaven, and though I know that it's wrong, I feel я верю в ангелов. Но верю в том смысле, что я их как будто немножко иногда чувствую. Швеция, Гетенбург. В клинику доктора Хакана Олаусена поступила женщина с тяжелым воспалением головного мозга. Она ни на что не реагирует. Ни уколы, ни электрические импульсы не дают никакой реакции. Мозг женщины почти мертв. Одна из молодых ассистенток доктора с сочувствием дотрагивается до руки больной. И это легкое, почти незаметное прикосновение дает неожиданный эффект.
определенные зоны мозга оживают. Это те же самые зоны мозга, которые активизируются, когда человек наблюдает за кем-то, в кого влюблен. Или когда женщины наблюдают за своими новорожденными детьми. Так мы обнаружили эффект медленного поглаживания кожи, эффект ласки, нежных прикосновений. Именно нежных, как показали впоследствии наши эксперименты, плавных, а не резких прикосновений, нежного, медленного стимулирования. Нервные волокна, обнаруженные доктором Алаусоном, получили название эстактильные афференты, и во всем мире они стали известны как нервы любви. Мы не можем сказать, когда точно развиваются эти нервы, но идея в том, что когда дети только рождаются. Вот жалость. Перевалив за 100 лет, мне будет 100 лет. Я постоянно занималась научными проблемами. Но начиная с сегодняшнего дня и все то время, которое мне отпущено, будет ли это один день, месяц, год, я стану заниматься вопросами любви. Знаете, мы можем сравнить любовь с посевом пшеницы на поле. Любовь — это семена, которые мы сажаем в течение всей нашей жизни. Если ты посеял любовь, значит, ты соберешь хороший урожай. А если ты не посеял любовь, у тебя не будет хорошего урожая. Так был задуман мир. Один человек, рассказывает индуистская притча, пришел к учителю и сказал: «Я хочу познать Бога. Укажи мне путь». Учитель ответил: «Скажи мне сначала, любишь ли ты кого-нибудь?» Человек сказал: «Я не интересуюсь мирскими делами, я хочу познать Бога». Учитель ответил: «Подумай еще раз, пожалуйста, любил ли ты хоть одну женщину, хоть одного ребенка, хоть кого-нибудь?» Человек ответил: «Я ведь уже сказал тебе, я необычный мирянин. Укажи мне путь, как я могу познать Бога?» И тогда учитель ответил: «Иди и кого-нибудь полюби». Сначала напишем горизонтальную черту, боковые верхние точки. Теперь возвращаемся наверх, боковые точки. Если вы напишете их скорописью, цаушу, это будет говорить о том, что люди написали слово «любовь», пройдя через множество испытаний, что они познали любовь. Но в первую очередь этот иероглиф символизирует бессмертие. Однажды ангел смерти подслушал мысли пожилой женщины. Я всегда думала, что прожила хорошую жизнь. Сожалею лишь об одном. У меня никогда в жизни не было долгого разговора. Такого разговора, когда два любящих человека смотрят в глаза друг другу, и время останавливается. Увы, такому уже не случится. Не за горами моя смерть. Услышав свое имя, ангел смерти решил вмешаться. Tu as raison. Bientôt. Ты права, я действительно скоро заберу тебя. Но скажи мне, ты на самом деле так сильно хочешь этот долгий любовный разговор? Да, но только не с тобой, ангел смерти. Нет, конечно, не со мной. Я вообще долго не разговариваю. Ты имеешь право на последнее желание.
Я знаю человека, который имеет такое же желание, как у тебя. Хочешь, я устрою вам встречу? Да, я хочу. Хорошо. Ты получишь этот шанс. Женщина отправилась домой и стала ждать. Il arrive. Он идет. Здравствуй. Вы видели его? Да, я его видела. Он очень добр к нам. Да, он очень добр к нам. Вы улыбаетесь так чисто, как ребенок. А вы разговариваете так спокойно, как будто мы никогда не умрем. Не умрете. Пока будет длиться ваш разговор. А если мы уснем? Тогда мы будем разговаривать в наших снах. Ну что ж, не смею задерживаться, меня люди ждут. В середине прошлого века французский философ Габриэль Анаре Марсель, размышляя о смерти и о жизни людей, записал в своем дневнике: «Сказать человеку «я люблю тебя» — это значит сказать: «ты никогда не умрешь». Даже, может быть, в полной мере любящее сердце, обращенное к другому человеку, и не сознает того, что, любя другого, человек вступает в совершенно особые отношения с Богом. Я считаю себя крепко верующей, хотя я человек откровенно светский. Светский в смысле агностик. Я не ведаю, существует ли Бог, но я испытываю огромную потребность любить. Лучше того ничего человек не может сделать, выше высокой любви. Так что просто это уже пик. Больше ничего в мире нет, кроме высокой, бескорыстной, чистой любви. И это лучшее, что может с нами случиться. Я буду жить ради тебя. Буду шагать по звездам с тобой. Вдыхать, прикасаться, растить детей, стареть. Нести на руках, бежать. Всегда. Я люблю тебя.